Кадет в Ноябрьске – второй открытый после Нового Уренгоя Центр патриотического воспитания. По инициативе и при поддержке губернатора молодежное пространство в ближайшее время распахнут свои двери еще в нескольких ямальских городах. Через считанные недели открывается такой же центр, похожий, в Куровском районе. Далее у нас в планах это Салехард. Он откроется на базе школы современной и замыкает такую вот пятерку муниципальных центров, центр в городе Муравленко. Воспитанники кадетских классов первые опробовали возможности нового центра. 70 школьников стали участниками отборочного этапа первенства Ямала по военно-прикладным видам спорта «Патриот». Выдыхаешь, щелчок, выдыхаешь, щелчок, понял? Волнение не помешало Илье Чистякову попасть точно в цель. Своему результату юноша искренне удивился. Сейчас у меня удалось попадать лучше, чем когда я в школе в тире был. Уж не знаю, с чем это связано. Новый тир дает ребятам возможность оттачивать свои навыки в стрельбе из пневматического оружия. Просторный многофункциональный зал стал еще одной площадкой соревнований. Заниматься в кадете смогут не только школьники. Центр открыт для всей семьи. Молодежное пространство – место притяжения воспитанников патриотических клубов, волонтеров Победы, поисковых отрядов. События встречи уже прописаны на несколько недель вперед. Анна Селезнева, Ярослав Кудринок, Роман Лузанов. Время Ямала. Ноябрьск.